Современные виды росписи, керамика, войлок, живописи не только. Свои дипломные работы защитили выпускники колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Изделия, выполненные в разных техниках, руками талантливых юношей и девушек, оценила съемочная группа «Вестей». Алла Динаева подробнее. Защита дипломных работ отделения декоративно-прикладного искусства колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова – праздник не только для выпускников, их родных и преподавателей, но и для всех тех, кто любит творчество. Наши кропотливые работы под руководством Анны Владимировны и преподавательского состава, дорогие родители, спасибо, что вы выбрали такой путь вместе с детьми. И уже по сложившейся традиции это мероприятие проходит в картинной галерее музея-заповедника. И зав. Отделением декоративно-прикладного искусства колледжа культуры и искусств Эмма Пугова поблагодарила директора музея за предоставленную площадку, а родителей за поддержку детей в учебе и творчестве. «Не волнуйтесь, покажите все, чему вы научились», – напутствовала выпускников перед защитой дипломных работ Эмма Владимировна. Кавказские сувениры в духе традиции представила выпускница колледжа Енита Кузнецова. Я исследовала различные виды сувениров, от древнеегипетских статуэток до современной керамики, от японских ваз до русских игрушек. Я изучала форму, орнамент, стилистику и как эти сувениры можно применить. Роспись по дереву, ширма «Живая связь времен», дипломная работа Виктории Виловатой. Полгода вместе с учетами, с эскизами, пока все одобрили, пока процесс росписи, да, примерно полгода кропотливой работы. Сувенирные куклы в национальных костюмах, продумав и учитывая все детали, изготовила Дана Батагова. Моя работа называется «Мой Кавказ», тема «Горелев, охота сокола». Это я тем самым хотел показать, что, раньше адыги использовали сокола во время охоты, чтобы их пускали на добычу, которую они хотят поймать. Вот, на данной моей работе показано, как сокол нападает на кроликов, а сзади стоит его хозяин на коне. Современные виды росписи, керамика, войлок, живописи не только, а дипломные работы выпускников колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова выполнены в разных техниках, и все они завораживают. Такой замечательный выпуск, 21 человек, это много. При плане у нас вообще 12 было человек план. Мы набрали 30, а до конца дошли вот 21. Ну, за 4 года, ну, так приварились, так припекли, что отрываю от себя просто. Я горжусь вот каждым выпускником сегодня, это готовый мастер, что мы за 4 года научились столькому. Мы спокойно отпускаем их в жизнь, они будут себе зарабатывать, они будут нашу республику украшать, если наша республика позаботится, чтобы они не уезжали отсюда. Дипломные работы выпускников выставлены в картинной галерее, и их можно посмотреть до 1 июля. Алла Динаева, Муминат Ешерова, Михак Каракелян, «Вести», Карачаево-Черкесия.